мы говорим о создании такой хорошей базы, она будет самая, самая современная, хорошая при самом минимальном вложении. База альпинистов, которую нужно делать. И почему? Потому что здесь ежегодно в республике будет проводиться, мы в этом году впервые провели, ежегодно будет проводиться чемпионат России по скальному альпинизму и скалолазанию. Поэтому здесь оно может и, если Россия будет на себя принимать там чемпионаты и Европы, и мира, в том числе это здесь. Потому что в стране больше места, где это проводить, нету. Это уже там уже озвучено, показано, рассказано. Мы условия все создаем. Если будет помощь там в создании там своего центра подготовки альпинистов, тоже мы готовы софинансировать, представляя инфраструктуру и в том числе площадки и так далее.